Покажи свои дырки! Ой, она плюнула. Что он еще покажет? Смотри. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня будет очень смешное видео, потому что я заначу 1 миллион рублей агростримерши. Но есть одно небольшое примечание. Знаете, в чем прикол? То, что это будет фейковый миллион. А радоваться она будет по-настоящему. Поэтому, ребята, прожмите огромнейший лайк за такой нереально смешной угарный троллинг. И обязательно подпишитесь на мой канал и давайте вперед переходить к этой агростримерше. Смотрите на ее лицо, смотрите на ее лицо. Она еще не знает, что сегодня, ребята, мы над ней будем очень жестко прикалываться. Самое главное, не спалиться. Потому что, кто не знает, это агростримерша, это моя девушка. Так, ну что, давайте посмотрим, что там говорит. Послушаем ее. Это что за дырка? Она же злится, уже что-то не понимает. Верните шарп! Верните шарп! Шарп вернули! Разработчики, я вас сейчас наел так... Карате. Короче, братва, ну что, погнали кидать первый донатик. Первый донат будет таким. Привет, бомжетка, я тебя люблю. И ник Илюша. Я притрюсь ее тайным фанатом и якобы закину ей косарик. Ну что, ребята, первый донатик, дзынь. Погнали смотреть ее реакцию. О, донат, донат. А что он не отображается? А чё не отображается? А, донатик, 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 я люблю. Сейчас прослушаем. Привет, бомжетка, я тебя люблю. Подождите! А чё не отобразился донат? Я не знаю, у него какой-то баг. Донатик, штукарик! Илюша! Илюша, 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 я тебя тоже люблю. Вот видите, несмотря на то, что я агростримерша, меня любят. Илюш, я насколько тебя люблю, что готова этот скинец, а он, поверь, дорого стоит, продать за 0.03. Я говорю, она какая-то просто сумасшедшая. Она же любит какую-то Илюшу, она уже забыла про меня, про Кента ПК. Уже какую-то Илюшу любила, которая пишет с ошибками, я буду в сторону. Главное, чтобы день не давал. Ну ладно, мужики, давайте дальше кидать. Первый донатик. Второй донатик будет таким. Я взял папину карточку и доначу тебе. Порви футболку, дам еще доната. Блин, я не могу. Все, погнали и кидать второй фейковый донат. Вам понятно? О, пришел. Пришел, пришел. Какой ультразвук? Футболку! Илюша, Илюша, Илюша. Иди ко мне, мой любимый. Илюша, слышишь? Илюш, это я тебе. В смысле, для Илюш? А я? А я? Она уже забыла про меня. Илюша, все ради тебя. Спасибо. Илюша, спасибо за косарь. Спасибо. Илюша, ой. Илюша. Слышь, говори, спасибо за косарь. 5к скинул. Ты че, нетка? Нет, еще она просто какая-то ненормальная. Она уже взяла, порвала, порвала свою футболку ради Илюши. Посмотрите, что он ему говорит там. Давай послушаем. Нет, ну фигурка за счет, пацаны. Тут, ну тут прям по факту. Илюшечка, я могу почтой отправить. Будешь вдыхать мой... Будешь... Чего? Будешь вдыхать мой сладенький аромат. Она уже, походу, забыла про меня. Для нее уже Илюша самый главный человек в мире. Не, Анетка, поверь ты мне, ты берега-то не путай, драулечки ты моя. Берега-то не путай. Ну что, ребят, погнали кидать следующий, третий донат. Он уже будет 10 тысяч рублей. Дай 100 голды, пыжи, 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 пыжи. Мне очень надо, на керамид голд не хватает. И одень кофту, а то как будто ты без одежды. Все, мужики, кидаем донат и погнали смотреть на ее реакцию. Дай 100 г, пожи, 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 пожи. Мне очень надо, на керамид голд не хватает. Смотри, у меня минус щелюха просто. Да ты без одежды. Илюшечка! Конечно, сейчас надену ей сладенький, сейчас. Вы посмотрите, как она же к нему подлизывается. 10 тысяч! 10 тысяч просто! Она еще не знает, что я закину сегодня миллион. Вы все нищие. А, говорит, вы все нищие. Прикиньте, ничего себе она сказала. За нищих ей придется очень сильно ответить. Илюш!
Леша, это богач! Понимаете, если вы зарабатываете... Понимаете, этот богач также попросил 100 голды. Илюша, это мой будущий муж! Это мой будущий друг! Ой, этот, ладно, Илюша может на такое не... Илюша, я... Илюсечка! Будущий муж, говорит? Илюша, 10 тысяч за донин! Будущий муж! Ты ж понимаешь, что я могу? Я могу ради тебя штанишки снять! Ты только попроси! Я ради тебя... Я просто в шоках сейчас! Вы можете меня обзывать как угодно, но вы нищие, понимаете? Вы не, ребята, нищие! Это полная Белла. Нищие! Это полная Белла. Ей лечиться надо! Не, ну все. Вот за это я ее очень сильно накажу. За то, что она забыла про Кента ПК. Я ей сколько подарков дарил, ей подарил все. Она уже говорит, уже к Илюше кому-то собралась водить, да? Сейчас ты за все ответишь, ах! Ну что, ребята, погнали и кидать следующий донатик. Ну что, ребят, давайте потихоньку наказывать, а то он уже совсем уже там обнаглело. Смотрите, следующий донатик будет такие. Потенции для меня. Меня задонать 100 тысяч, Илюша. Сейчас мы тебе порвем все твои футболки. Сейчас ты станцуешь для нас, попродаешь весь свой инвентарь. Илюша, она любит, значит, да? А я чем хуже? Между прочим, меня тоже зовут Илья. Так, ладно, все, почины. Кидай мне донат и погнали смотреть на ее реакцию. Я не ожидала. Что для меня задоначу 100 тысяч? Я выбираю. Танец Пеппы могу станцевать. Танец Пеппы? А могу твёрк. Твёрк? Могу потвёркать. Могу потвёркать. Ё-моё, она для меня никогда не твёркала. Сколько бабок у меня. Сколько бабок. О, сейчас смешно, у неё ноль денег. Ноль. Танцует она, да? Ради кого-то Илюшина там танцует, вы понимаете? Это вообще нормально по-вашему? Со своими арбузами! Арбузами, да? До арбуза мы еще дойдем, дорогулечка ты моя. Я веду стрим. Так. Ну а на стриме нельзя там кое-какой танец танцевать. Ну, тверк. Что там уже собралась танцевать для этого Илюша колотила в ухо? Я бы этого Илюху, если бы видел в реальной жизни, бы насластя! Ну потом я вспоминаю, что это я, Илюша. Не, мужики, ну это полная фиаско. Я думаю, надо сейчас ее наказывать по-жесткому, потому что она уже в край обнаглела. Просто в край! Все, погнали кидать следующий донат. Следующий донатик будет такие. Выбер кану с 5 кастиков, если выбьешь, дам 500к. Ой, ребята, сейчас нужно начинать тратить голдишку. Это уже то, что я люблю. Все, кидай донатик и погнали смотреть, как же она будет их открывать, моя ты маленькая. Погнали к ней. Она сейчас уже айфон выбирает, смотри, айфон уже выбирает. Выбей уже... аркану с 5 косяков. Если выбьешь, дам 500к. Столько донат залетело на этке. Тогда я смогу купить себе 10 айфонов! Я смогу себе... А все, про что она думает, это айфоны, походу. У нее в голове вместо мозгов айфоны. Она вообще ненормальная. Всего 5 кассиков. 5 кассиков, давай. 5 кассиков. Давай, покупай, моя маленькая. У нее так мило зависит донат, посмотрите. 100 тысяч! Спокойно, спокойно, не переживай, мы тебя вылечим. Не надо я кричать. Я богатая! Сейчас я выбью. Представьте лицо, она знает, что она не богатая. Разработчики. Давай. Шарфу брали. Разработчики. Помогите мне. Я с вами поделюсь, разработчики. Если вы не чушпаны, если вы не чушпаны, дайте мне аркану. Аркану дайте, пожалуйста, аркану. Я бы и дал кое-что другое. Ой-ой-ой, посмотри, какая злая. Агростример, что ты что злишься? Я сказала, дайте, пожалуйста, чат, пишем всем разработчикам, говорите хэштег, дайте Анетке аркану. Я призываю. Хэштег дайте в рот. Разработчикам хэштег дайте Анетке аркану. Аркану дайте. Короче, разработчики, если вы мне не дадите сейчас аркану... Ну что да-да, что да-да? Я вас забаню. Я... вас! Вы же посмотрите, как же она ради этого Илюшечки старается, как же она любит Илюшечку. Что-то она ради меня ничего не готова сделать, зато ради рандомного Илюши готова на все. Но и по-любому аркана не выпадет, по-любому. Посмейте! Вот я уверен в этом. Смотрите, сейчас опять будет злиться. Аркан, что она творит? Она бьет стул! Вы вообще глухие! Вы глухие разработчики! Да, мы глухие. Дайте мне аркану!
А если не дадим, что будет? Третий раз я беру, поворачиваюсь, если не будет арканы, то что не будет арканы, я вас пошлю на три веселых буквы. Аркана! О, она бьет, пацаны, я говорю, она так сильно бьет, я в шоке. Так, значит, готовы все? Ничего, ребяточки, у меня еще два кекасика. Ей лечиться надо, она тупо ненормальная. Ребяточки, простите, простите, пожалуйста, простите. Дайте мне любую. Какая же ара стримерша моя маленькая. Дайте мне хотя бы Дигл, Изерт, не Статрек, а любую аркану. Пожалуйста, любую, абсолютно любую, мне все равно. Рарка пойдет? Блин, ну за Рарка. Что? Стилет. Статрекс, то посмотри, как тебе повезло, да? Удача-то какая! Давай, последний моя маленькая. Последний касик. И я кидаю новый донат. Последний. Опять не повезло. Не повезло, ну это. Илюш, это все разработчики. Вы неадекваты, понятно? То есть разработчики неадекваты, то что аэростримерши не сделали подкрутку, да? Сейчас, Нетка, ты узнаешь, что такое полный неадекват. И это буду не я, это будет Илюша. Потом погнали кидать следующий донатик. О, ребят, сейчас будет очень смешно. Продай свой нож за 0.3, дам 500к. Ну что, кидаем этой малышечке донатик. И погнали посмотрим, как она будет это продавать. Я думаю, за 200к она должна продать за 1 секунду. Опа! 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 У Нетки тупо минус щелюха. Просто я щелюхом взяла и пух, вылетела. 200к. 200 000! Ну, а что, мало? Если мало, Илюша, может и больше. Я ему и миллиард сдонатить, в принципе. Илюша! Илюшка, люблю тебя! Илюша! Любит? Илюша! Любит? Выходи за меня, Илюша. Мать моя женщина. Походу я зря надел кольцо. Выходи, ты богатый, больше мне ничего не надо. Я не посмотрю на твою внешность. На сколько тебе там лет. Ну только больше 18, надеюсь. Илюша, 5 лет чисто. Выходи за меня, Илюша, 200 000. Ножик продать, легко ножик продать. За Илюшу продаю. Стоп, давайте его куплю. Стой, я хочу его купить. Считаю до 3. Раз! Дайте куплю! Два! Не спеши ты, бомжетка! Три! Продаю! Продаю! Блин, она и мне продала! Это кто? Это кто? Ой, все, габела. Летоголовка, это я! Но я Нетка! Илюша, ради тебя ничего не жалко! Я могу даже свой АКРТХ, я мне ничего не жалко! Охрен, АКРТХ, представьте, как она, когда она узнает правду, что она просто взяла, продала свою нож, у нее теперь осталось 140 голды на счету. Ладно, ребят, все, погнали кидать следующий донатик. О, почему сейчас полный вар? Ты бросишь Кента ради меня и пожишь свою песню про меня. Ой, только я букву пропустил. Кента ради меня. Все, пацаны, кидаем ей очередной донатик. Все, что это... Ты бросишь Кента ради меня. Мы сейчас все узнаем, бросит ли она меня ради Илюши. А ну-ка. Полмиллиона! Да. Я ради тебя всех готова бросить. И Кента в подвал. И меня? Я не буду бросать Кента ПК. Он нам пригодится. Он будет нам выдавать голду. Будет в стриме 24/7. Я его в подвал закрою. В подвал Кента закрою. Я надеюсь, это шутка. Понимаешь? Если она говорит серьезно так, то... Это полезно. Хорошо. Илюша мой. Илюша ходит. Блин, у меня, конечно, с рифмами проблема. Ну, короче, Илюша, Анетка, мой сладкий пирожочек. После этого видео будет очень серьезная проблема. Илюша, ты мой богатый паренечек. Нормально пою. Илюша любит Анеточку. Брать роти. Анеточка любит Илюшины денежки. Илюша, я тебя тоже люблю. Я не из-за денег. Ну, я не из-за денег. Я не из-за денег, вы слышите? Я не из-за денег, говорит. Вот, я даже не знаю, что я могу сделать для тебя. Кента мы, конечно, отправим в подвал. Это легко. Ох, я знаю, что она может сделать для Илюши. И я уверен, вам всем это очень сильно понравится. Погнали отправлять следующий донат. Я, короче, чисто ее затроллю, кидаю ей 600к. А почему ты сказала все нищие? Я тоже нищий, не знак вопроса. Илюша, кидай. Просто прикиньте, как же это смешно сейчас будет. О, смотрите. А почему ты сказала все нищие? Я тоже нищий. Чисто Илюша 5 годиков. Ты не нищий. Илюша.
Илюша, ты понимаешь, ты не нищий, ты миллионер. Это, понимаешь, это я не про тебя. Ты богатый, ты изменил мою жизнь, понимаешь? Изменил жизнь. В общем, мы переезжаем в лес. Начнем выращивать с тобой грибочки. Короче, мужики, я предлагаю, что после этого видео надо Анетке вот так чисто, вот прям шесть сил дать по попе. Что она, мужики, Илюши кому-то собралась? А про меня забыла, да? Да, базаразира, я зарабатываю не так много, как Илюша. Примерно где-то в миллион раз меньше, но тем не менее, я кем-то пока. Даже не знаю, что сказать. Мне честно, мне аж плохо стало. Плохо ей стало, плохо стало. Так, YouTube все хорошо, это Анетка просто играет. Все нормально. Что, ребята, а прямо сейчас... Сейчас мы отправим последний, финальный донат. И он будет самый смешной, поверьте вы мне. Донат будет таким. Покажи свои дыньки. И кидаю 1 000 000 рублей. Все, мужики, была не была. Отправляю. Донат? Покажи свои дыньки. Ой, она плюнула микрофон. Ой, в этот веб. Илюша, да? Илюша! Я... Так, что там в донате? Что там в донате? Что там в донате? Покажи свои дыньки! Да! Ты что, ты за кого меня принимаешь? А ты дыньки? За кого меня принимаешь? Что, не покажет? Я свои дыньки показать? Покажу. Показываю. Монтажер, блюрь! Что он еще покажет? Готов, все, сейчас я это... Маечку сниму. Монтажер, все это блюрь. Смотри. Вот тебе дынечки. Видишь, как тебе мои дынечки? Короче, мужики, все. Сейчас я кидаю самый последний донат уже точно. Сейчас и скажи, что это был пранк. Фух, я думал, она это сейчас реально покажет. Повезло, что ничего не показала. А то я думаю, я бы ее точно бросил. Все, мужики, смотрите, я еще отправлю. Сколько-то 10 миллионов или 100 миллионов. 10 миллионов и напишу, верни все деньги, меня папа спалил. И после этого я скажу, что это был пранк. Все, кидай мне последний донат. Погнали и смотрим на реакцию. Я скидываю. Сейчас, подождите. Что там собралось скидывать? Только никому, хорошо? Она собралась деньги показывать? Она собралась деньги показывать или мне показалось? Я надеюсь, это все шутка. В смысле вернуть? Ну что, мужики, погнали. Я прям сейчас к ней зайду и скажу, это был пранк. Все, погнали. Илюша! Ну давай, пиши карту. Карту пиши. Анетка в кого-то там влюблена. Кого-то Илюшу. Там деньги вернуть. Пишет вернуть? Что? Иди ко мне, можно не возвращать. Илюша говорит, можно не возвращать. Да? А почему ты думала, что ты любишь Илюшу? Да я тебя люблю, тебя же Илюша зовут. Нет, ты про этого Илюшу говорила. Про этого. Да нет. Ну что, уважаемые подписчики, мы, в принципе, на этом заканчиваем это видео. Обязательно прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, напишите мой хороший комментарий. Кто хочет видеть дыньки Анетки, подписывайтесь на телеграм-канал. Это был пранк. Ты же не поняла? Тебе никто не донатил, Анетка, ты же в сосну въехал, тебе никто в жизни такие деньги не сдонатит. Это ты! Всем удачи, всем пока-пока!